Больш за 250 человек с початку года подали декларацию у податковой инспекции и дали справоздачу об своих додатковых доходах. Календарный год завершился, и у податковой инспекции кажут физичным особам час подлечить свои доходы и заполнить декларацию. У спис тех, кто обязаны это робить, подпадая особная категория. Физические лица, которые получали такие доходы, например, как реализация двух и более квартир, жилых домов, садовых домиков, гаражей, машины, места в течение последних 5 лет, реализовывали в течение последнего календарного года транспортные средства 2 и более, либо осуществляли реализацию грузовых транспортных средств, автобусов. А кроме того, коли вы отрымливали доход из инших крыниц, у тем лику из-за мяжи, и он превышает 9338 рублей, то декларация обовязкова. Але не треба блытать физичные особы, что уплачивают один и податок, так званый НПД, ти фиксованный подоходный, декларация не потребна. Нагадаем, собрать документы, подать декларацию необходимо до 1 красовика, уплатить податок не позднее 3 червеня. И не треба забываться, невыконание своих податковых обязательств может привести до административной отказности. Напомню, за несвоевременное представление налоговой декларации предусмотрена административная ответственность от 0,5 до 10 базовых величин. И за несвоевременную или за неуплату налога также предусмотрена ответственность от 15 до 40% от неуплаченных сумм. До речи, всю докладную информацию можно прочитать на республиканском сайте Министерства по податках и сборах. Алена Мельшанкова, Денис Жаина, новины региона.